Более 1200 почетных доноров из Сергиевого Посада получат ежегодную выплату в увеличенном размере, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития. Теперь выплата составляет 17 тысяч рублей. Кроме того, почетные доноры получают бесплатный проезд и ежемесячную компенсацию на коммунальные услуги в размере 50% тем, кто получает пенсию. Выплата начисляется автоматически, никаких заявлений писать не нужно. Для получения статуса почетного донора необходимо выполнить определенное количество сдачи крови или плазмы.